С вами маг-чародей Антон Чалей. Мы сегодня будем осьминогом, который притворяется человеком. Вот это неожиданно. И мы начинаем. О, женщина опечалена, она ждет своего мужа. He's just running late. He's always late. О, это этот жених или кто? Вот жених. Перемещайте мышь для управления рукой. Ни хрена себе, его штырит. Так, уберите подушки. Что-то прилипает. А, так, нужно отпустить. Все, понял. О, нашли какой-то ключ. Откройте шкафчик ключом. Оп. Отлично. Так, оп. Ой. Ага, выйдите через дверь, хорошо. Давай, старайся. Главное тут ничего не разрушить. Можно нажать на эту кнопку? Это дискотека века. Все, выключили, попрем дальше. Ага, наденьте фраг. Окей. Оба. Вот это магия. Так, наверное, сюда нужно засунуть этот ключ. Жена нас ждет, короче, а мы тут все опаздываем. Кто вообще раскидал бананы? Я не понимаю. Давай, входи. Так, и что нам нужно сделать? Пустите предмет, двигая рукой, чтобы швырнуть его. Мы будем таким злым осьминогом, что нам придется взять какой-то подарок и швырнуть его, походу. Опа! Какие дерзкий резкий осьминог. Так, попасть на свадьбу. Успешно дойдите до алтаря. Не палимся. Мы просто не палимся, мы просто идем так аккуратненько. Honey, where's the best man? You'll have to get the ring yourself. Придется самому идти за кольцом. Так, ну давайте найдем кольцо. Так, хорошо, взяли кольцо. Отлично. Looks so handsome. Такой красивый, да, я вообще просто. Просто няшка. Оп. Я не понимаю, как она не допирает, что это осьминог. Смотрите, как осьминог мило дрыхнет, а мы должны его разбудить. Оп, что-то он нифига не хочет идти. Так, давайте выключим будильник, а то он что-то вообще беликает. Херяк. Смотрите, какая офигительная у нас семья. Вообще нифига не палимся. Сварите кофе, ну ни хрена себе. Как, блин, как я буду варить кофе? Блин, я же осьминог. Вот этого нам нужно, может, сюда засунуть? О, получилось. Давайте возьмем, что это такое. Это кофе, да? Оба, насыпали. Нажали. Так, отнесите молоко Стейси. А я вот думаю, вот допустим, если это женщина, да, если это человек, едят ли они морепродукты и как к этому вообще относится папа-осьминог, интересно. Все разливаем, вообще все молоко разлили. Налить тебе в чашку, ну ты вообще капец. Ой, извини. Все, налили. Непонятно, каким магическим образом мы это сделали, ну ладно. А, все, выпить кофе нам нужно. Так, оп. Слушайте, а что если я ногой почешу нос? Оп. Оба. Ой, извини. Все, выпили кофе. На, блин, женщина, кружку. Я пошел. Пошел, все. Бухать пиво. Приготовьте и подайте гамбургеры. Блин, ну ни хрена себе. Что они от меня хотят? Я осьминог, я ни хера не умею. Я умею плавать, так. К такому меня жизнь не готовила. Что тебе пришло в голову, что ты на человеке решил жениться, блин, чувак? Займитесь прополкой сада. Да вы издеваетесь, прополкой сада мне заняться. Тут дрова, нарубите дров. Ну ладно. Оба. Нифига себе, мы нарубили. Ставим сюда, берем топор. Фигак. Вот это просто профессиональная рубка дров. У кого свой частный дом, можете взять на заметку. Вот так вот нужно рубить дрова профессионально. Та-да. Оба. Так, ну давай теперь стричь кусты. Создатели игры просто настолько звери, что заставляют тебя работать. Даже когда ты играешь, они заставляют тебя что-то делать. Повесьте скворечник. Ну, нифига себе у вас запросы. Что это за бешеный повар? Что это такое? Что это такое? Становите повара. А, я все понял. Как нам нужно? Нам гномов надо подбивать. Вот это экшен. Они знают, что я осьминог.
Ваши комментарии с прошлых выпусков. Тут вы можете нажать на кнопочку, посмотреть все видео подряд. Сверху это геймблог, это игры, снизу это Magic Lock, это фокусы. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку, подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые сейчас выходят практически каждый день. Также, если вам понравилось это видео, можете поставить свой лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самый интересный из них попадает сюда. Всем пока!